Днем среды у остановки школа ДСА шофер КАМАЗа рассыпал на дорогу скальник. При этом повреждены оказались другие машины. Водитель большегруза двигался со стороны южного микрорайона. На перекрестке с улицей Машинистов водитель самосвала угодил в выбоину на дороге. Груженную многотонную машину подбросило. На проезжую часть просыпалась порода. Как это было, зафиксировала камера уличного наблюдения, установленная у железнодорожного переезда. На записи видно, что за пару метров до путей грузовик, едущий на приличной скорости, угодил в небольшую яму. Судя по всему, в этот момент запоры заднего борта на кузове самосвала открылись. На дорогу, словно каменная лавина, просыпались куски горной породы. По рассказу очевидцев, виновник ЧП не заметил произошедшего, поэтому не стал тормозить. Свидетели догнали мужчину и вернули к месту событий. Однако уже через полчаса автолюбители разъехались. По всей видимости, виновник происшествия сумел решить вопрос миром. Поскольку скальник был рассыпан и на путях, расчищать завал пришлось сотрудникам железной дороги. Для уборки пригнали спецтехнику, а переезд на несколько минут закрыли. Запоры заднего борта на кузове КАМАЗа его водитель закрыть не сумел. Не исключено, что они попросту сломались. Чтобы не загрязнять проезжую часть, в дальнейшей поездке грузовик сопровождал экскаватор, ковшом придерживая открытый снизу борт. Таким способом железнодорожники выпроводили шофера самосвала из зоны своей ответственности. С места происшествия Денис Коршунов, Юлия Зима и Павел Рогатин.